Узнагароджування ліпших наставників і моніторних ситуацій з незаконним будівництвом. Сьогодні у Гомелі відбулося посідження гарвиконкама. З агученими темами ознайомилися наші кореспонденти. Посяджение гарвиконкама почалося з урочистой подеи. У гэтым годзе пераможцами республиканского конкурса профессийного майстерства у своих номинациях стали одразу два педагоги из Гомеля. Это наставница биологии средней школы номер 8 Марина Капцевич и географ 19-й школы Вадим Лосев. Причем апошня выиграл еще и суперфинал. По сутности, у 31 год он отримал все титулы, которые могут быть у педагога. Махчыма апрача одного, наставник-методист, але и гэтую квалификацию ему присвоят праз 3 месяца. У Гомеля наставников с наивысшей квалификацией всего 12 человек. Вадим Лосев отримал гоноровую грамоту гарвиконкама на 19-я школа, сертификат на 2000 рублей на умацывание материально-техничной базы кабинета географии. До речи, свои напрацовки Вадим Лосев утоивать от инших наставников не собирается. Я думаю, что сейчас это даже больше возможностей, потому что существует огромный простор для интернет-технологий, коммуникации в системе Web 2.0, то есть помощи дополнительно педагогам из Российской Федерации, очень помогает издательство «Белый ветер» Мозырское. Так что я думаю, что проблемы для выпуска методического пособия, для выпуска книги, монографии не составит никакого труда. Сярод абмеркаваных подчас посяджэння пытанняў ситуация с будаўніцтвам объектов на территории Гомеля. Далеко не все яны узводятся в адпаведнасці с дзеючым законодавством. У спісе парушальников, как промысловые предприемства, так и индивидуальные предпринимальники, которые будуют объекты разного призначения без необходимого дозволу. Шмат хто з іх лічыць за лепшае заплатіць штраф і легалізаваць пабудову, чым праходзіць шматлікія працэдуры ўзгадненняў. І хоць у параўнанні з мінулым годам колькасць такіх выпадкаў скарацілася прыкладна на 20%, выключэннямі іх пакуль назваць нельга. Кроме ведзення строительной деятельности застройщиками в соответствии с законодательством, на сегодняшний день в городе Гомеле имеются случаи о ведении строительной деятельности без разрешительной документации, без разработки проектной документации. Наши застройщики все-таки считают, что этот путь самый простой. Однако на сегодняшний день принимаются меры в законодательной базе, что самовольное строительство будет не таким легким путем, как кажется на сегодняшний день. Олег Сентеро, Максим Савин, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».